Футбольная национальная лига решила найти самую красивую болельщицу. Поэтому все команды определили своих победительниц. В Воронеже в финальную часть в ходе предварительного голосования на сайте «Факела» пробились 5 лучших фанаток, чья жизнь очень тесно связана с любимым футбольным клубом. Символично, что открытие весенней части чемпионата ФНЛ состоялось 8 марта, в замечательный женский праздник. В перерыве встречи «Факел Воронеж-СКА-Хабаровск» состоялась блиц-викторина, где победа зависела не только от знаний истории воронежского клуба, но и в целом футбольной тематики. Здесь никто никому не подыгрывал, а все зависело от быстроты реакции претенденток на победу. Та из них, что продвигалась быстрее и первой ответила правильно на 3 вопроса, и стала мисс «Факел». Рената Касаева была первая. Еще раз. Не играл? Точно. Друзья, так получается, что есть у нас победительница. Шаг вперед! Итак, друзья, вперед. Екатерина Якшина. Ура, аплодисменты. Победительница регионального конкурса «Мисс ФНЛ». Аплодируем! 20-летняя Екатерина Яншина с 22 по 23 мая в Москве в финале конкурса «Мисс ФНЛ Фонбет» будет представлять столицу Черноземья. Как давно болеешь за «Факел»? Ой, честно говоря, болею всю жизнь, с самого детства. Эту любовь к «Факелу» мне привил папа с самого детства на стадионе. И живу рядом, плюс ко всему. Так что «Факел» – моя любовь. Посещаешь все игры домашние? Последний сезон, да. Кроме одной, к сожалению, не попала на «Динамо», так получилось. Скажи, как пришло к тебе вот это решение участвовать в конкурсе? Честно говоря, достаточно спонтанно. Увидела информацию и подумала, почему бы и нет, почему бы не попытать удачу. Ну и вот твои ощущения сейчас от победы вот в региональном, можно сказать, туре? Честно говоря, я в шоке. Не могу, меня переполняют очень сильные эмоции, и я даже представить не могла то, что выиграю, если честно. Но вот оказалось то, что не зря хожу на футбол.